Дорогие друзья, всем привет! Охренеть, какая акция добавлена в игру Brawl Stars! $50, 1250 гемов. Это на 300 гемов... то есть 300 гемов бесплатно, на 30% дешевле. Вроде как круто, я буду покупать, но... Себе гемы я и так могу купить. То есть для меня это как бы, ну, обычное дело. Себе на аккаунт задонатить гемы. Я и больше донатил. И в среду как раз будут пассивки новые. Мне гемы понадобятся. Поэтому я куплю себе акцию. Но я еще хочу разыграть эту акцию. Вот, но... блин, я не знаю, сколько призовых мест. $50 на самом деле немало. И у меня на данный момент нету электронных денег, чтобы сразу вам оплатить эту акцию. Ну, акция будет длиться 5 дней, поэтому за тот период времени, возможно, как раз у меня появится побольше денег. Я смогу сделать больше призовых мест. Я сейчас с ребенком остался. Да, да, Даня, сейчас пойдем. Пойду гулять сейчас с ребенком. Ну, только уже собирался выходить, и тут такая вот херня. Вот. Короче, друзья. Данил, я быстро запишу ролик, и мы пойдем. Друзья, если хотите эту акцию получить, смотрите, надо поставить лайк, подписаться на канал. На данный момент розыгрыш одного пака, но каждые плюсы, я не знаю, давайте... Давайте так, если ролик соберет больше 50 тысяч лайков, я сделаю несколько призовых мест. Договорились? Ну, то есть больше одного уж точно. Но для этого поставьте лайк. Просто, ну, на самом деле, сейчас нету возможности разыграть много паков. Недавно мы провели конкурс на Ворона. Подписчикам постоянно донат чуть-чуть и не каждый день. Серьезно, деньги имеют свойство заканчиваться. И на данный момент они закончились. Но я не разыграть его не могу. Что там, сынок? Донечка, иди к нам, иди, иди. Иди, передавай привет зрителям. Привет, зрители. У меня настроения нету, я хочу гулять. Мама ушла. Мама ушла в автошколу на права сдавать. А Данечка остался. Мы уже оделись, гулять собрались. И тут эта акция, блин. Ну что ты будешь делать? Естественно, надо записывать видео. Я не могу пропустить. Тем более, я хочу кому-то из вас подарить вот этот пак с гемами. 1200 гемов, ребята. Это 3 легендарки. О, Даня уже тянется задонатить. Посмотрите рекламную паузу, а мы покупаем. Так, мы купили. Даня сам нажал. Блин, я впервые вижу такое количество гемов, охренеть. А! Покупка завершилась. Тихо. Проверяем. Просто охренеть! 1250 гемов просто. Просто, блин, я такой цифры еще не видел, чтобы вот так вот просто получить. Это разработчики прям перегнули палку. Данечка, что, давай попробуем поиграть с тобой вместе? А, да? Поиграем? Давай, поехали. Полет фантазии на Леоне. Поехали. О, ты сундуки хочешь открыть? Ну давай. Вы не против, если я с сыном запишу ролик? Мне, конечно, тяжело с ним записывать. Он у меня гулять вообще-то хотел. И тут я... Что, пойдем в бой? Да? Выбирай любого персонажа. Выбирай, какой тебе нравится персонаж. Рикошет? Поехали на рикошете. Нажимай играть. Поехали. Первый или второй уже... Не, с сыном я уже записывал видео. Поехали, сынок. Ребята, я забыл сказать, что нужно сделать, чтобы получить этот пак бесплатно, господи. Если хочешь принять участие, ребята, подпишись на канал, поставь лайк и самое главное, подписаться на Инстаграм, господи, я забыл сказать. Ссылочка на Инстаграм будет в описании, сейчас я вам покажу Инстаграм, чтобы вот, ну, вы точно подписались на тот Инстаграм, что надо. Пока тут Данил играет, реально играет Данил, не я. Ссылочка на Инстаграм сейчас покажу. Вот. Вот он, Инстаграм. Я публикую сюда фотографию какую-то с постом, с конкурсом, чтобы вы участвовали. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм. Результаты конкурса будут через несколько дней. Ближе к выходным. То есть 5 дней акция. Давайте в пятницу разыграю, чтобы не забыть. Играй, Данечка, играй. А у нас звук. Вот он звук. Какие пульки, смотри, какие пульки у дяди. Смотри, как стреляют. Да. Рикошет. А хочешь другого персонажа? Да? Давай другого сейчас выберем. Сейчас мы эту катку затащим, наверное, если затащим. Мне кажется, что там Забу тоже играет такой вот игрок, который... Вот так вот. Сейчас, мы сейчас возрождаемся. Да, Данечка, мы же умерли, блин, нам надо сейчас резнуться. Вот мы появляемся, смотри, вот твой человечек бегает. Смотри, мы топ-2 с тобой уже взяли. Нажимай. Вот так, смотри, как стреляет. А что наш соперник умер? Ой, напарник. Все, мы проиграли. Будешь другого персонажа выбирать? Давай другого персонажа. Ставь лайк, подписывайся, если хочешь еще видео, сын. Алло?
Да, кто там звонит? Да, мы видео сейчас записываем. Алло. Да, шо вы, на районе, сейчас я подъеду. Ну общайся, шо ты молчишь? Шо я за тебя, блин, как суфлер? Алло? Данила? Алло, Данил, тебя к телефону. Алло? Нет? Ну что, давай выбирай другого персонажа. Какого ты хочешь персонажа? Не, давай не Динамайка, давай кого-то... давай Леона. Вот этого давай. Давай, поехали. Поехали? Нажимай бой. Не, вот сюда. Не-не, только не бой с боссом. А хотя, давай бой с боссом, поехали. Так ты мне хоть кубки не сольешь. Скоро подрастет, будет понимать уже, может что-то совместное и запишем, но пока так, знаете, еще тяжело, ну в плане внедрить какой-то контент на основной канал с сыном, то есть на лайв-канале я хоть понимаю, что снимать, там хотя бы можно что-то и по игрушкам снять, куда-то поехать отдохнуть, если вам интересно, кстати, лайв-канал в описании, подписывайтесь, смотрите, там Данила побольше, вот... Большой ручкой с подписчиком, говори, привет! Знаешь, сколько сейчас подписчиков у тебя смотрят? Привет, подписчики! Я ваш фанат! Так, не балуйся, сынок. Ну, сынок, блин! Господи, пооткрывал мне тут. Обратно возвращаемся. Господи, сколько всего, блин. Ты куда так машешь руками? Что тут у нас еще за подарок? Подарок, отлично, двигатель жетонов. Еще в каком-то хочешь режиме сыграть? Хочешь еще? Не? Пойдем кататься? Бррр. Да? Бррр, на машине. Пойдем? Вот так вот рулить будем. А сколько тебе годиков? Покажи. 2? Это 3 ты показываешь. Покажи, сколько годиков тебе. 2? А покажи, где у Данила носик. А где папа? А Даня где? А мама где? Где мама? Нема? А Рома где? А Никита где? А папа где? Вот. А где у Данила глазки? А ушки у Данила где? Вот ушки. А ротик у Данила где? А у папы где ротик? Непонятный, да, сейчас видос у нас получается. Ну, не знаю. Я просто не знаю, как записать ролик с сыном. Мы никогда с ним не записывали. Может, хоть это будет интересно. Хотя, Данил, будем прощаться со зрителями и говорить, ребятки, хорошего вам настроения, пускай вам падают леги, всего хорошего, да, будем? А где мама? Ушла? А Даня где? Вот он, Даня. Открой мне вот эти боксы и пойдем. Так, давай. И 54 монеты. Кому ты звонишь? Алло. Открой боксы. Что ты мне не открыл боксы? Может, выбьешь мне легу? Так, еще. Аккуратнее, что ты так... Он уже боксы открывает. Ребята, ставьте лайк, если хотите выпуск с боксами. Открытие боксов с Данилом. Он сам открывает, смотрите. Смотрите, давай, открывай боксы. Так, еще. Так, отклонить надо. Нажимай. Оп, видите? Видите? Уже может. Уже все, надо канал создавать ему. И аккаунт новый. Открывай бокс. Вот так. Что, будем прощаться со зрителями, да? Или еще откроешь бокс? У меня просто ничего не выпадет. У меня все есть. Ты ругаешь зрителей? За что? За то, что лайк не поставили? Ну-ну-ну. Поставь лайк, кто не поставил лайк, и подпишись на канал. Все, давай будем прощаться и пойдем гулять, да? Все, ребятки, желаю вам удачи, хорошего вам настроения, до новых встреч. Пока-пока, помаши ручкой. Пока-пока. Пока-пока. Все, всем добра, ребят, позитива, улыбайтесь, здоровья вам и всего хорошего. Мы вас любим. Пока.